о Линдси, которая всегда говорила, что не верит в любовь, все равно ее нашла. Наступило мгновение, которого у меня не будет никогда. Моя младшая сестра меня опередила. Она продолжала взрослеть. Что с тобой? Я думала, ты будешь рада. Я рада. Я очень рада. А почему ты плачешь? Ты думаешь, она не хотела его целовать? Нет. Хотела. Она очень хотела его поцеловать. И еще я все время смотрела на Рэя. Я была в воздухе, которым он дышал. В каждом холодном зимнем утре, который он проводил со странной Рут Коннорс, этой мистической девушкой, которая так легко приняла присутствие мертвых в мире живых. Иногда Рэй вспоминал обо мне, хотя уже начинал задумываться, не пора ли отложить эти воспоминания в сторону. Не пора ли ему меня отпустить?